Здравствуйте! Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Баку проявляет бездействие в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести армянских солдат. 2020 года азербайджанцы уничтожили около 600 армянских историко-культурных памятников. Сын Западной Армении филантроп Кир Киркорян. Суслики в Западной Армении находятся под угрозой исчезновения. 2 сентября, 33-ю годовщину провозглашения Республики Арцах, нужно отметить без траура и пустословия. Вопрос Арцаха должен вернуться в политическую повестку дня. Вае Ованесян. Арцах на карте 9 века в Национальном музее Татарстана. Председатель Палаты представителей Уругвая и вице-президент Педро Хиздойнян отдали дань уважения памяти геноцида. Власти Баку проявляют бездействие в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести армянских военнослужащих. Как сообщает «Спутник Армения», об этом в Анадзоре в преддверии Международного дня пропавших без вести заявил начальник управления гуманитарных вопросов МИД Восточной Армении Айк Сарксян. Восточная Армения предпринимает все возможные шаги для представления проблемы международным организациям и судам, учитывая, что в некоторых случаях принудительные исчезновения могут рассматриваться как преступление против человечности. Мы продолжаем работать с международными партнерами для выяснения судьбы пропавших без вести. Армянская сторона никогда не политизировала гуманитарное сотрудничество и всегда открыта для работы с заинтересованными сторонами. Хочу уверить, что работа продолжится до тех пор, пока не будет установлена судьба всех пропавших, отметил представитель МИД Восточной Армении. Западная Армения также требует от Баку предпринять конкретные меры для выяснения судьбы без вести пропавших армянских военнослужащих. Западная Армения готова поддерживать этот процесс, продолжая сотрудничать с международными партнерами, стремясь к прояснению судьбы пропавших военнослужащих и справедливости. Основатель и директор музея «Национальный парк скульптуры» и руководитель общественной организации «Защита культурного наследия Армянского Нагорья» Артур Гиреворкян в интервью «Спутник Армении» сообщил: уничтожение армянского историко-культурного наследия в Нахичеване, Ганзаке и населенных пунктах Арцаха началось еще в 1960-е годы во время Азербайджанской ССР. Во время войны 2020 года азербайджанские солдаты снимали акты вандализма на смартфоны, размещая их в интернет-пространстве. Однако власти Баку, осознавая угрозу нарушения международного права, запретили их распространение. Несмотря на это, сейчас с помощью спутниковых снимок можно отслеживать ситуацию. По данным Геворкяна, в ходе 44-дневной войны 2020 года и до нее в Арцахе и прилегающих районах было уничтожено более 250 армянских историко-культурных памятников, в основном памятников жертвам Великой Отечественной войны. После войны азербайджанцы еженедельно разрушали 3-4 памятника и хачкары. С 2020 года по настоящее время было повреждено около 600 экземпляров армянского наследия. Геворкян призывает собирать эти факты и представлять их в международные суды, чтобы международное сообщество было осведомлено и оказало давление. Сын Западной Армении филантроп Кир Киркорян. Кир Киркорян родился в 1917 году во Фресно, штат Калифорния. Родители – иммигранты, перебравшиеся за рубеж из-за геноцида. Кир Киркорян сделал Лас-Вегас таким, каким мы его знаем. Был 41-м в списке богатейших людей мира. Несмотря на серьезную международную деятельность в сфере благотворительности, Киркорян всю жизнь избегал публичности, отказывался от наград и так и не согласился, чтобы какой-либо объект его пожертвований назвали в его честь. Кир Киркорян скончался в июле 2015 года. Киркорян построил несколько крупнейших отелей. Считается, что ему принадлежит ведущая роль превращения казино Лас-Вегаса. Также Киркорян владел киностудией. Будучи проницательным инвестором, со временем он пришел в автомобильную промышленность, став крупным акционером Ford Motor Company и Chrysler, некогда богатейший человек Лос-Анджелеса и в мире. Киркорян пожертвовал 200 миллионов долларов на учреждение фонда мечты и запуск других проектов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Суслики Западной Армении внесены в красный список. Их численность быстро сокращается из-за растущей цивилизации и нехватки пищевых ресурсов.
суслики, которые быстро передвигаются группами по траве, полям и водоемам, особенно рано утром и вечером, внесены Международной экологической организацией в красный список. В этот список входят все виды животных, которые могут оказаться под угрозой в ближайшем будущем. К сожалению, турецкое правительство на оккупированных территориях Западной Армении не предпринимает никаких мер для охраны данного вида. Правительство продолжает полностью уничтожать природу Западной Армении, не решая экологические проблемы. Строительство в турецких городах и выбросы химических веществ из крупных заводов, загрязнение воздуха наносит еще больший вред окружающей среде, что приводит к быстрому сокращению природы и биоразнообразию. Это угрожает не только существованию сусликов, но и ставит под угрозу всю природу и экосистему в целом. Член группы альтернативных проектов Ваге Оганесян предлагает отметить 2 сентября 33-ю годовщину провозглашения Республики Арцах по-новому, избегая атмосферы плача, скорби и пустых рассуждений. Арцахский вопрос должен быть четко включен в политическую повестку Армении. Без этого невозможно проводить достойные переговоры. Оганесян подчеркивает, должны быть разработаны будущие программы и конкретные шаги, которые помогут осуществить национальную мечту. Критикуя нынешнее руководство, Оганесян требует, чтобы Армения вернулась к обсуждению вопроса Арцаха в рамках международной конъюнктуры и жизненных интересов. Отмечая, мы не можем испытывать настоящего счастья, пока наши соотечественники находятся в тюрьмах Баку, а наш народ находится в тяжелом положении. Арцах указан на карте Хазарского каганата IX века. В Национальном музее Татарстана в Казани представлены провинции Великой Армении. Хранится уникальная средневековая карта, на которой отмечены Арцах, Парисос, провинция Утик и Ташир. Хазарский каганат – раннефеодальное государство, которое существовало с середины VII века по X век на территории Северного Кавказа и в нижнем течении Волги и Дона. Каганат был союзом тюркоязычных, иноязычных и ираноязычных народов, в основном исповедовавших иудаизм. Столицей Хазарии был город Семендер на территории нынешнего Дагестана, далее расположенные в устье Волги и Тиль. 29 августа председатель Палаты представителей Уругвая Анна Оливера и вице-президент Палаты представителей Педро Хиздонян в сопровождении председателя Постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Саркиса Ханданяна и чрезвычайного и полномочного посла Восточной Армении в Восточной Республике Уругвай Марьям Геворкян посетили мемориальный комплекс Цицерна-Каберт. Гостей встретила заместитель директора музея Института геноцида по музейным работам Люсине Абрамян, представив историю создания мемориала. Заместитель директора института также упомянула три хачкара, установленные на территории Цицерна-Каберт в памяти о армянах, ставших жертвами резни, организованной правительством Азербайджана в городах Сумгаит, Кировабад, Ганзак и Баку в конце прошлого века. Также о 5 армянских бойцах, захороненных перед памятной стеной в годы Арцахской войны, подчеркивая связь между произошедшими событиями и геноцидом в отношении армян. Анна Оливера возложила венок памятнику жертв геноцида. Гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв геноцида. Члены делегации также посетили музей геноцида, ознакомились с постоянными и временными экспозициями, сделав запись в книге почетных гостей. Выразив благодарность за визит, Люсине Абрамян вручила госпоже Оливера книги о совершенном против армян геноциде. Председатель Палаты представителей Уругвая также подарила книгу музею геноцида. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!